Вечер добрый, уважаемые зрители моего канала. С вами Джокер, как всегда вы на канале моем. И сегодня у нас тема, как я вам рассказывал, покажу вам отчеты по ралли вчерашнего, вообще что происходило, как я оборонялся, что изменил. Все вам, ребята, сейчас покажу. Итак, погнали. Ну что могу сказать, ребята? От защиты на телеге я ушел. Не потому, что она слабая, не потому, что что-то не получалось. Просто потому, что она у меня замолена хуже, чем пехота. Я сейчас играю все-таки, как и был на пехоте, и молю телегу. Вот как только я ее сделаю нормально, тогда и можно будет на ней что-то отыгрывать. Итак, ребят, вы все помните, да, когда по мне ралли прилетали? Так, где я там что делал? Недавно, ребят, когда вы видели, что меня так сильно убили в соло, вот, к примеру, вот отчет был. Так, защита удалась. Где? И меня начали критиковать, типа, что я там... Так, это я кого-то сбоил. Якобы я, типа, там опять проиграл, там, то все, типа, что вот неправильно все говорю и все в этом роде, ребят. Все дело в том, что без подкрепления реально ралли нет смысла принимать. Так, где вообще эти атаки-то? Вот, допустим, да, отлетел я сильно на море от слабого, ребят, сбора довольно-таки. Ну, как слабый? В принципе, не слабый. Нет, это не слабый, 700, нормально. Но отлетел все-таки здесь я не так уж и... Как вам сказать? Не слабо я отлетел реально. Я был в соло один, как бы, и по мне так нормально заехали. Китаец как раз, с которым я говорил, им начали говорить, типа, что вот-вот, фигня там, то все, типа... В чем-то вы, ребят, конечно, правы, но все-таки игра командная. Вот здесь у меня даже уроны при нападении снижение 267, урон при обороне 299. Это реально много, ребят, так-то. Итак, а теперь покажем, что было на КВК. На КВК были соперники гораздо, ребят, сильнее, и дела там были гораздо веселее. Ну, во-первых, что у меня было? Сбор был на мою ферму, там были два крепа. Ну, замок, конечно, сильный, и бил сбором мою ферму. Это мы, ладно, поиграли. Дальше я бил один замок дуэлью, продолжая использовать Т-13 телеги. В принципе, вообще себя хорошо показывают, и мало умирают. Так, дальше у нас что было? А потом вот было как раз еще в меня ответ на дуэль, меня проверили. Время 04:24, я в этот момент, кстати, был на работе, работал на вышке, полз. И щит надел, короче, не щит надел, встал в оборону, короче, и подумал, да, бучу будет, короче. Стал подниматься и тут же слышу, что, типа, на вас навесили сбор. Хорошо, я захожу и в меня уже залетело. Можете посмотреть по времени, так, сколько там, 9:06. А здесь вот 9:04, буквально 2 минуты. Я не успел даже телефон убрать, грубо говоря, и уже по мне залетело. Замок этот был серьезный, как бы. Проценты, посмотрите, на пехоту какие. Ну, он сам не пехотник, но атака защиты, конечно, тут пушечная. Кавалерия, серьезная, урон и все на высоте, как бы. Урон при нападении 324, но я его принял, вообще даже не почухал, можно так сказать, для такого-то замка. Палатки мои меня не подвели, все было включено вовремя. И здесь у меня урон при обороне ниже, потому что строй я не использовал тележный. На тележном строе у меня вообще много урона, как бы, а здесь у меня стандартный пехотный строй. Показываю вам скрытый отчет, друзья. А, кстати, вообще бред полный, у меня тут вообще, ребят, строй этот не тот стоял. Этот у меня вообще обычный строй, даже не пехотный, представляете? Офигеть, вот это я дал жару. Я даже не знал, что я такие ралли принял на таком строе обычно. Это мой строй скрытый. Помните, я вам рассказывал, что у меня есть скрытный строй, я его тоже использовал, вот это он был. Здесь у меня орел, навыки. В принципе, все навыки стандартные, добавил только всеобщую защиту, атаку и пехоту. Ну и сельма, плюс 6 набор. И, ребят, смотрим по подкреплениям. Были у меня крепы. 1, 2, 3, 4, 5, 6 крепов было. И как отработали войска, ребят, смотрите. Замок был, опять же, кавалерийский, пехотный. Но все равно, они пробивают, в любом случае, ребят, лучники. Они все равно до них доходят, и лучники страдают. Пехота хорошо себя показала, слоны. Так...
В принципе, кони вообще себя хорошо показывают. Кто бы что ни говорил, типа, что конница атакующий вид войск, и в обороне хорошо себя показывают очень. Особенно, если у вас база высокая на ней. И снижение получаемого урона. Они живут нормально и накидывают хорошо. Лучники-то 10-е стали убивать в какие-то веки. Раньше вообще дохли просто в ноль. И даже другие лучники стали что-то накидывать. Хотя было всегда по нулям. Не знаю, с чем это связано. Арбалетчики пока что такие никого не убивают у меня. Кроме Т-13. Тут Т-11. Но вот здесь они отлетели как раз. Вот по ним все-таки лучше эти кавалеристы ударили. Ну и здесь такие результаты телега. Смотрим, что сделали подкрепление. Естественно, ранее сильно, она хорошо убивает. Где-то 600 тысяч почти положила. Остальные ребята у нас в Альянсе не такие сильные, но подкрепления все-таки забирают хороший урон. Вот Багира, например, 1200, 5000, 18, 23 тысячи. Тут еще 9. Ну, короче, примерно 35 тысяч она убила своим подкреплением. Здесь вон вообще убили 4 тысячи, тут 10. Ну, короче, ребята, это ни о чем, если честно. Вот Райни, да, она завалила нормально. Вот. Били меня чем? Уже тут все понятно. Паладины нормально, 80 молитвы. Телега Т-13 слабо замолена. Ну, дикий штурм есть, как бы, против пехоты как раз. Ну, грифоны. Маловато они как-то пробили. Обычно вообще жестко прорывают. Зато непонятно, с какого чуда поломали Т-11 и Пегаса так много. Т-12. Я все время путаюсь, ребят, в этих в числах. Скорее всего, вот как раз они, наверное, и налетают на лучников. У меня других идей нет, потому что мы Пегасы больше грифонов убили. Так, ну вот и все. Дальше, ребят, что было дальше? Дальше защита удалась. Сразу же, посмотрите по времени, видите, 9:22. Здесь у нас 9:06, они меня сбаранули. Здесь 9:22. И вот еще один. Эти отчеты полностью как бы разбирать нет смысла. Здесь был также пехотник, ребят. Пехотно-лучниковый замок. Лучники 720, 792, урон серьезно, как бы все тоже на высоте. Опять же, у меня крепы были. Это все те же. Били королем Артуром. И смотрите, что тут лучники делали у нас. Т-12 лучники, Т-13. Кстати, молитвы, ребят, не 80, а всего лишь по 49 пока что. Вот 53. Не сильно еще. Т-14 вообще не радует. Чувак их молит, 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 а толку нет по нолям. Вот как-то так. Что сделали другие люди? В принципе, в любом случае, конницы все эти накидывают. Лучники не так много урона раздают. Здесь побольше. Интересно, как арбалеты вообще в атаке атакуют, но Т-12 лучник нормально себя проявляет. И тут же мои войска точно так же, в принципе, как и на первом отчете, хорошо себя показали. Но здесь уже против лучникового сбора, уже смотрите, как тараны отработали. Они прям, наверное, не знаю как, но против лучников и пехотников тараны лучше отрабатывают, чем против конницы. И здесь пехота Т-9 уже много убила. Грифоны вон вообще встретили хорошо. Зато Т-11 меньше стали убивать. Т-12 нормально. Вот все как бы. Лучники тоже накидали. И смотрите, они тут уже не умирают, как от конницы. Вот в чем весь прикол. Здесь смотрите. Вот это самый абсурд. Т-11 лучники, они вообще не дошли до них. Они вообще вон все живы. А тот сбор был именно конный. И от конницы я отлетел вообще как бы, ну, именно мои лучники. А против других войск они вообще себя хорошо показывают, ребят. Так вот, и телега тоже самое. В чем, ребят, вся суть? Если у вас замок имеет очень много лучников, то вам стоит бояться только, по идее, кавалеристов. Серьезно. Вот и все. Все остальные в вас заходят, ну, короче, плохо в вас заходят. Вот как-то так. Такой вот совет. Ну, это может в моем замке так, но я думаю, у всех одинаково. Проценты поднимаете, и у вас так все будет. И дальше, смотрите, сразу же было два ралли подряд, да?
Первым ралли они у меня подушку поломали, там креп весь вынесли. Второй был ралли, я уже был, можно сказать, в соло, ребят. Я его снова принял, снова этого кавалериста. Мы сразу же идем, смотрим, что у меня пострадало. Крепы, кстати, там досидели, но они уже были, ребят, нулевые. Это, можно сказать, не креп, но он все равно работает, он все равно съедает урон. И я такой ралли серьезно принял и выжил вообще на изи. При том, что оно было второго подряд. И здесь уже телега меньше убивает, да? Зато пехота и как раз встречает неплохо так кавалерию. Грифоны, тут все понятно. И снова, ребят, отлетели мои кто? Мягкие войска, это Т-11. Лучники, видите, все развалились, а Т-12. И опять умерла куча Т-11 арбалетчиков. Вот. И телега вся, ребят, почти погибла. Вон, видите, 356 тысяч. Вот как-то так, друзья. Ну, кстати, я по вашим советам все-таки сделал себе телегу, смотрите, Т-10. И как-то реально получше стало жить это дело у меня. Связано ли это с этим, я не знаю. Пока что надо еще развиваться и смотреть. Но, как мои рассуждения, так я думаю, что просто лучникам лучше все-таки не брать это большие ралли, там все серьезных кавалеристов. Все остальные, добро пожаловать, спокойно возьмете, и ничего у вас не будет. А ну уж если берете прям от кавалеристов жестких, то надо крепо прям забиваться и давать им снижение высокое. Кстати, посмотрите мои проценты. Опять тут строй-то этот тот же был, даже не менял строй. Кстати, ребят, скрытый, даже не прокачанный вообще. Был бы я на нормальном строе, было бы еще лучше. Я, кстати, не знаю, как так получилось. Сейчас я пойду-ка проверю, потому что у меня всегда вообще должен быть строй пехотный. Наверное, я менял его и забыл совсем. Это глупая ошибка была. Все КВК провоевал, только сейчас заметил. Установить как для защиты. Да, бред, ребят. Скрытый стоит. А нет. Странно, стоит пехотный. Или я что, крепил кого-то? Куда у меня строй делся? Уверен, что хотите отметить массив? Да, это, ребят, тайна, теперь так и останется тайной. Я принял ралли вот на этом строе, ребят. Вообще на нулевом. 20 уровень. И смотрите, что здесь было. Стандартные навыки. Скрыто, подкреплен, скрыто, 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 подкреплен, скрыто. Вот так. Такое вообще, ребят, реально ни о чем. Гораздо круче есть строя, сами знаете. Заряжены по-хорошему. Вон. Хоть лучниковые, хоть конные, хоть тележные. На любом было бы еще веселее. Вот как-то так. Ну, ребят, вам судить. Пишите свое мнение. А сейчас... Точнее, нет. Лучше я это в начале ролика поставлю. Покажу, как все начиналось, как они на меня нападали. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, обязательно делитесь этим видео. Ну и... Пишите комментарии свои и ваше мнение. Все, всем удачи, друзья. С вами был Джокер.